Всем привет, добро пожаловать в Quantum Break и сериальная вставка. В этом серии будет представлен вариант с Hedge, так называем. Поехали! Ты прав. Будем держаться первоначального плана. Правильно, расчеты Софии или нет, отклоняться нельзя. Кто-то явно под нас копает. Собирай команду. Выясните, с кем она работает. Вообще-то у меня есть кое-что на эту тему. Это данные с камер наблюдения. Господи, так это она. Кто? Она, Мартин. Одна из наших работниц. Как, черт возьми? Мы слишком разрослись, чтобы ты всех знал лично. И мы долго не знали, кто она. Бет Уайлдер. Одна из сотрудниц. Убойная группа уже идет за ней, но... Нельзя ее пока убивать. Как она может работать с Джеком? Откуда вообще его знает? Я же говорил, Пол, даже своим не стоит доверять. Как знать, кто еще замешан? Выясни. Бет Уайлдер. Я раньше не слышал ее имени. Но она была там, в прошлом. Когда все началось. Она все время была здесь. Вредила мне изнутри компании. И не она одна. Процедуры теряют эффективность. Я пытался избежать ошибок. А в итоге понял, что это невозможно. Что бы я ни делал, времени конец. Мне нужно туда попасть. Там есть нечто важное. Протокол Ковчег. Чего ты так отчаянно боишься, Мартин? По-твоему, я чего-то боюсь? Это же отчет доктора Эмерл. Зависания, они происходят все чаще. Что это? Хрономутированный организм. Чрезвычайно агрессивный. Это доктор Ким. Идем, идем, идем! Нет, нет, не надо, не надо! Надень! Чарли! Идем, идем! Идем! И что хотел Бёрг? Не знаю. Я даже не знаю, что это за протокол Ковчег такой. Это убежище. Для высшего руководства монарха на время катастрофы. Пока они не придумают, что делать дальше. Высшего руководства? Значит, и я буду в этом списке, да? Только не с Полом Сайрином.
Он так поглощен своими великими замыслами и заблуждениями, что совсем перестал ценить своих людей. Ты знаешь, что для меня самое страшное в этом мире? Это идея Бога. Сама по себе. Настолько могущественное существо. Вольное давать и отбирать, что вздумается. Такой власти нужно бояться, а не преклоняться перед ней. Но люди в нее верят. Как верят они и в голос Айрина. Видишь ли, не так страшно само то, что Бог правит миром. Страшно, если перестанет. Пол Сайрин сорвался с цепи, Чарли. Он спровоцировал катастрофу и может ее предотвратить, но почему-то просто ждет конца. Конца времени. Поэтому мы должны вмешаться. Слишком рискованно отдавать все ключи от мира в одни руки. Нужна страховка. Есть прибор РХП. Это ключ к нашему выживанию, и мы должны защитить его. Но пока доступ к нему имеет один только пол, мы бессильны. С помощью РХП я смогу направить монарх в нужное русло, а потом будет реструктуризация, Чарли, после которой ты станешь правой рукой. Я попаду в список? Безусловно. Тогда мне нужно вернуться в монарх. Подобное расширение полномочий возможно только изнутри. Я изолировал остров, но в насосной станции на западе есть запасной туннель под заливом. Никто не знает о нем. Тебя не заметят. Не теряй времени, Чарли. Поспеши. Ага. Командор Дэвис? Да, сэр. Лаборатория периметра. Мы выдвигаемся. Частота зависания все еще непредсказуема, но они происходят постоянно, беспорядочно. Определеннее. Инициация протокола необратима. Мистер Сайрин, мы никогда не сталкивались ни с чем подобным. Какая же тут определенность? Сколько осталось? Мы применяли модель доктора Эмералд. Без нее трудно говорить с уверенностью. Сколько осталось времени? Поле Джойса разрушится за 8 часов. Мистер Сайрин, принимать решение нужно прямо сейчас. Фиона? Эй, приятель, ты куда? Вы правы. Время на исходе, как вы и сказали. Протокол Ковчег — это убежище. Его построили на случай разлома. Проблема в том, что туда берут по списку, а кто не в списке, тот сдохнет. Но если мы выберемся с острова, то я могу внести нас в список. Нас всех... Остров изолирован. Как мы отсюда выберемся, Чарли? Здесь есть туннель.
Ладно, но если ты мне сейчас врешь, клянусь богом. Отвали! Ты меня достал! Чего ты там хочешь, не знаю, но я тебя никуда не обязан вписывать, ублюдок! Что ты с ним сделал? Жить будет. Я скажу тебе, почему ты включишь меня в список. У меня беременная жена дома. И она сейчас единственная, что меня заботит. И ради нее я готов пойти на все. В том числе удушить тебя нахрен. Веди нас. Было включено. Да. Я пришел освободить тебя, дружище. Держать. Тебя здесь жестоко. Пришло время присоединиться к остальным и вернуться в бесконечность. На каком она месяце? Твоя жена? На третьем. Поздравляю. Thank you.
целы? Ага. Да, а ты? В порядке. Нам... На землю! Живо, мать вашу! Эй, нет, нет, мы из Майорка! Что вам непонятно? Нет! На землю! Нет, нет, нет! Эй, это я вас вызвал. Я от Хэтча. Уинкот? Ага. А она? Специалист по хрононам. Очень важный. Ей срочно надо в Монарх. Пожалуйста. Валите отсюда. Живо! Ага. Гибсон, я взял Дока. Фиона! Фиона! Фиона, выслушай! Эй! Ублюдок, ты убил его! Твою мать! Эй! Я не знал, что они его убьют! Что мне было делать, а? Вы обманули меня, затем похитили! Дело не в тебе, Чарли! Ты? Ты крадешь машину? Иди ты нахрен! Нет, я тебе понадоблюсь! Мне уже ничего от тебя не нужно! Ага, знакомая история! Открой глаза, мир гибнет! Я тут пытаюсь хоть что-нибудь предпринять! Да уж, ты героиня! Пошел ты! Медсестра, а? Увидимся там. Берг, говнюк. Знаешь, я буду убивать твою жену с удовольствием. Командор Дэвис. И вся его группа. Хорошие ребята. Лучшие в монархии. Пол! А мои лечебные приборы? Боюсь, что... Ты знаешь, что это значит? Ты не знаешь наверняка. Я в покое! Джек! Он хочет превратить меня... Он хочет, чтобы я мучился! До конца. Джойс и Уайлдер. Но знаешь, что беспокоит меня? Кто привел их в лабораторию Кима? Она заходила, пока ее все искали. Знала, где хранятся твои лечебные приборы. Знала, насколько твоя болезнь коварна. И что без процедур тебе не выжить. Она их создавала. А потом оставила тебя без них. Я хочу, чтобы ее нашли. Немедленно! И что ты собираешься с ней сделать? Решу, когда ее приведут.
прямо сейчас. Добрый вечер. Знаю, вы не ожидали увидеть такого ослепительного красавца. К сожалению, наш специалист не смог сегодня присутствовать вместе с нами. Присаживайтесь. Лем. Привет. Рад, что ты добрался. Как раз говорил твоей подружке, что мы волнуемся. Эмили, нам нужно идти. Идти? Что за спешка? Эмили, идем. Эмили, дай мне ключи. Лев, дай мне ключи, Эмили. Отстань от меня. Эмили, послушай. Послушай меня, пожалуйста, пожалуйста. Я не такой. Это не... Поверь, я ненавижу эту работу. Ненавижу эту работу. Но это единственное, что я умел. И когда я вернулся, я не смог найти ничего. Я не смог найти ничего другого. А в Монархии я пригодился. И меня взяли на работу. И пойми меня. Я не мог выдержать, не мог быть один. И вот каждый вторник и среду я ходил в бар, потому что только эти две ночи барменша не была в школе. Каждую ночь я собирался пригласить тебя на свидание. И так целый гребаный год. Эмили, если Монарх, если они мне дали опору, то ты дала мне цель. Все это было ради тебя. Чтобы защитить нас, нашу семью. Я хотел защитить нашу семью. Эмили, выслушай меня. Придет нечто ужасное. Я объясню по дороге, но сейчас нам нужно уходить. Прямо сейчас. Пожалуйста. Прошу, дай мне. Просто дай мне защитить тебя. В последний раз. Пожалуйста, это правда я. Это я, слышишь? Это я. Нам надо уходить. Прямо сейчас, ладно? Идем. Это Пирс. Я в лаборатории периметра. У меня есть сведения о Мартине Хэтче. Есть.
Я хочу, чтобы его задержали. Немедленно. Ну что ж, вот такие вот события развиваются при таком вот выборе. Если вам понравилось это видео, то не забудьте написать в комментариях, что вы думаете по этому поводу, поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео по другим интересным играм. На этом я с вами прощаюсь. Всем удачи. Пока-пока.